приветствую. С вами мастерская семьи Матько. И еще один черненький джембо. Вес 5 кг. Рукоятка замотана, видна. Веревки достаточно пустить еще несколько волн, если понадобится. Здесь две волны, чтобы повыше был. Мне хотелось повыше. Сидеть можно. Но прыгать, конечно же, на нем нельзя, но сидеть можно. Черная кожа. Так. И, как обычно, хребтина посередине. Обязательно атрибут джембо. Чтобы его сделали повыше, но я всегда оставляю ниже, потому что человек всегда может дотянуть волну, это несложно, и сделать себе выше. Но вот здесь, мне кажется, вот этот прям очень хочет высокого тона, у него тоненькая кожа, хорошая такая, средней толщины, вот, и он будет прям по-африкански звучать, если дотянуть, но я всегда оставляю бас, кому-то может понадобиться